Рубль вновь укрепил свои позиции. О причинах и следствиях расскажет наш экономический обозреватель Александр Марусинин. А пока по традиции начну с курса валют. На 8 сентября Центробанк установил следующие значения. Доллар упал на 20 копеек, и его цена теперь составляет 57 рублей 14 копеек. Евро также сдал свои позиции, минус 17 копеек, и его продают по 68 рублей 24 копейки. А теперь слово нашему финансовому аналитику Александру Марусинину. Он уже в студии. Саша, здравствуйте. Какова картина на мировых рынках? Здравствуйте. Прошедшие три дня российские фондовые биржи провели в довольно равномерном боковом движении. Индекс ММВБ изменился незначительно, до 2015 пунктов, прибавив 0,3%. Котировки нефти выросли на 2,5%, до $54.15 за баррель. Стоимость золота практически не изменилась, завершив торги среды у отметки $1338 за тройскую унцию. Этот выпуск мы посвятим автоматической торговле. Дело в том, что самый простой путь знакомства с фондовым рынком – подключение счета к стратегии опытного трейдера через сервис автоматического повторения сделок. При выборе стратегии надо обращать особое внимание на описание принципов ее работы. Нередко в этом описании присутствуют такие термины, как роботизированная торговля или, например, алгоритмическая торговая система. Это означает, что торговля ведется не вручную, а с помощью компьютерной программы, которую часто называют роботом. Алгоритм, заложенный в программе, позволяет выставлять и снимать заявки в соответствии с торговой стратегией трейдера. Неоспоримый плюс этих систем в том, что они позволяют повысить эффективность торговли за счет автоматизации ускоренного исполнения заявок и дают возможность избавиться от влияния психологических и эмоциональных факторов. Поэтому фокус внимания инвестора при выборе стратегии для автоматического повторения сделок должен быть направлен не на выбор между роботом и ручным управлением, а на историю работы стратегии. Чем дольше работает стратегия, тем больше к ней доверия, тем она стабильнее. Еще один важный показатель – соотношение прибыльных и убыточных сделок. Прибыльных сделок в истории стратегии должно быть не менее 50%. В заключение, как всегда, напоминаю, что я и мои коллеги готовы проконсультировать вас по всем вопросам и помочь выбрать эффективную стратегию. Спасибо, Александр. Я напоминаю, спонсором экономического блока является акционерное общество «Финам». «Финам», инвестируйте грамотно. Мы все разные. Разные предпочтения и разные цели. Но способ достижения цели один. Финам предлагает решение для торговли на различных биржах. С любым уровнем капитала. Финам. Ваш индивидуальный способ достижения цели.